Душа, я не знаю. Вы знаете, когда мы... у нас есть такое занятие с детьми по эмоциональному интеллекту, которое называется «Душа». И мы когда спрашиваем ребенка, скажите, пожалуйста, вот движение души, мы рассказываем, что душа движется, что вы чувствуете какие-то переживания, чувствуете какие-то движения. Закройте глаза и почувствуйте, где у вас душа. И положите туда руки. И вот ребенок с закрытыми глазами сидит, кто-то сюда кладет, кто-то сюда, кто-то сюда. И кто-то в животе, понимаете? И педагог открывает глаза и говорит, посмотрите, у кого где находится душа. И это так и есть. Вот где люди показывают, там у него душа и находится. А дальше просят нарисовать, какого цвета душа. Самое удивительное, что дети душу всегда рисуют очень светлыми красками. Никто никогда не нарисовал душу черной. Это удивительно. Вот. И поэтому что такое душа? Душа для каждого – это некоторое такое ощущение. То есть каждый человек имеет опыт понимания, и он как будто что-то понимает. Даже ребенок. Что такое душа? Сказать это словами – это сложно. Да? С моей точки зрения, это нечто, что связывает нас всех вместе. Это нечто такое, что связывает человека с чем-то большим. Кто-то говорит там космос, кто-то говорит там то, что Карл Юнг назвал коллективно бессознательное и прочее. То есть это нечто большее, что очень часто приходит нам в виде архетипов. Да? Вот. И это то, что есть у каждого человека. И то, что на самом деле является очень сильным моментом, когда люди были в концлагерях и были в очень сложных, тяжелых условиях, все, что у них было, и там, где они могли черпать силы, это была вот эта частица, как это, другие называли частица Бога в человеке, да, которая дает силу, которая дает расширение сознания, которая дает восприятие другое. Вот, поэтому трудно сказать. Но вот душа проявляется в эмоциях, и эту тему вообще интересно исследовать. Мне не хотелось бы ее как-то вот определить так и так. Мне кажется, что это такое поле для исследования каждого человека внутри себя. Вот, и очень интересное путешествие такое. Ну, по-моему, это розовый слон. Дурак такой романтический, который большой и думает, что он может сделать мир добрее. Чушь собачья, но мне кажется, что именно вот так. Хотелось бы верить, что она выглядит прекрасным цветком, хотя, ну, это очень сложно, да, это тоже, скорее всего, не мне судить, но когда я чувствую в себе, знаете, такие вот прям настроения, когда я пою, улыбаюсь, там, когда я припрыжку, там, бегу по улице, я чувствую, что моя душа радуется, иногда еду в машине, там, подпеваю громко песни, я тоже понимаю, что вот это, да, вот это вот прям я сегодня такая счастливая. Вот, но я не могу сказать, что иногда, конечно, ранит. Ранит, когда ты кому-то не можешь помочь, или ранит, что у тебя не хватает времени, средств или сил там, оказать помощь больным, тем, кто, кому сейчас хуже, чем тебе. Ну вот, тогда моя душа, так знаете, цветочек мой как-то так скукоживается и становится там... Когда ты делаешь какие-то поступки, которые вот являются компромиссом, ну тоже, тоже влияют на то, как ты себя ощущаешь. То есть по-разному. Бывает, ты тоже устал, не сдержался, там, на кого-то повысил голос, и потом страдаешь, сидишь в уголке. И душа твоя тоже в это время. Знаете, я один раз даже видела свою душу, когда упала, но ни одной царапины не получила, просто упала и не могла ничего говорить, и вот над собой вижу душу. Вот это что-то такое, вот, ну, не знаю, душа, может быть,
Вот как 12-летний человек, как ребенок 12-летний, вот что-то такое надо мной. Я не могу ни произнести ни слова, ни сказать, а вокруг все слышу. И что-то вот такое хорошее, светлое, а взять вот, тронуть не могу. Оно на каком-то, на какой-то высоте вот над моим сердцем, а дотронуться никак не дотронуться. Вот вижу, и оно все шире, 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 и оно светлее, светлее, и много-много-много лучиков оттуда идет. Такие яркие, светлые. Хочу сказать что-то, но никак ни одного слова не произнести. Потом проходит какое-то время, и вот это все возвращается. Я возвращаюсь в свое сознание, как говорится. Вот такое вот я увидела на его. Ну, вот много-много... вот я когда была на хуторе, там было много подсолнухов. И вот подсолнухи мне всегда представлялись вот как бы частицы души. И я такой вот придумала песню потом, к дороге подсолнухов, иду я к учителю. И смотрят подсолнухи, как то с тысячи солнц. В груди моей солнышко, вокруг меня солнышко, в глазах моих солнышко, я к солнцу иду. Как много подсолнухов поднялось под солнышком, как тысячи солнышек в глаза мне глядят. В груди моей солнышко, вокруг меня солнышко, в глазах моих солнышко, я к солнцу иду. А если вдруг тучами закроется солнышко, то снова подсолнухи в глаза мне глядят. Подсолнухи, здравствуйте. Ну, как вам здесь дышится? И что здесь вам слышится? Что видится вам? То есть я всегда вот представляю, вот много-много солнышков, это как подсолнухи. Вот сейчас я была на форуме здоровья. Мы ездили туда с палатками. Мы вставали 5:30 и встречали солнце. Наш день начинался с того, что мы купались, а потом бежали на горку и встречали солнце, смотрели, как солнце встает. Это такое... Такая картина удивительная. И вот ты смотришь, оно поднимается, поднимается. И вот ты этому радуешься вместе с ним. И оно полностью встает, и ты тогда его приветствуешь. И день с этого начинается. И также мы прощались с солнышком. Она, наверное, очень маленькая. Она очень боязливая. Редко, но иногда уходит в пятки. Но вообще я видел, как выглядят души людей. Она всегда с кулачок. Это небольшая такая очень довольно плотная прозрачная субстанция, которая исходит из нас при последнем вздохе. И если вы будете фотографировать темное пространство аппаратом со вспышкой, вы всегда увидите одну или две души, которые летают, особенно в старинных помещениях. А вот, например, в таких помещениях, как храм или церковь, долго, скажем, забытых или заброшенных, там вы найдете сотни душ, которые летают. Это очень легко найти. Часто снимаю, мне всегда очень интересно, сколько душ в пустом театре. Всегда нахожу. Многие традиции говорят о том, что душа есть. Моя душа потёк. Пасхальные яички такие деревянные. Надо хорошо подумать над этим вопросом. Которые коварные дети используют для того, чтобы разбивать обычные пасхальные яички. Это не бабочка, не арфа, не барабан, не вентилятор. Она похожа на Вселенную. Ноутбук. Большой белый медведь. Маленьким белым, бело-голубоватым котеночком. Который в случае чего защитит, который там в случае чего даже будет грозным. Почему-то ее все представляют в каком-то виде там облачко, да, обычно, там, которое живет где-то там внутри. С яркими голубыми глазами. Многие традиции говорят о том, что души нет. Я не хочу ее представлять, мне не очень интересно. Мне что, душа, как увидит моя печень? Ну, это такие темы, на которые я пока еще не готов говорить. Мне кажется, душа выглядит, как выглядит и человек. Тогда она гораздо больше, чем я. У меня рыжая душа. Ну, наверное, размером с этого помещения все. Душа выглядит примерно так же, как мои мысли. Здесь нужно определиться с терминами. Что мы называем душой и как вообще это можно определить? Нам нужно душемометр изобрести. Засовываешь его
подмышку. Он тебе говорит, какая душа.